Доктор Сандерс, вы понимаете, что эти меры предосторожности необходимы? Понимаю. Расскажите еще раз. Я только начала прием. У первого пациента были все симптомы гриппа. Вы поправитесь. Я была осторожна, прямого контакта с ним не было. Вы уверены? Все хорошо, дедуля. Ой, мне пора. Поезд подходит, я еду к Сендеру. Хорошо, я тоже тебя люблю. Отойти от края платформы! Все на выход! Освободить платформу! В чем дело? Возможно, эпидемия гриппа. Прибыл представитель правительства. Это майор Алекс Карлахен. Он тут за главного. Я не стану пожимать вам руку. Не обижайтесь. Не слишком ли много шишек для простого гриппа? Славные детки. Доктор Сендерс обещала мне здесь все показать. Ее нет. Я за нее. Ее невозможно увидеть. Вот этого сирийского парнишку нужно допросить. Назначаю вас главным. Нельзя остановить. Полиция Атланты, могу я поговорить с Эйдом? Скажите, пусть она его не трогает, он заразный. И взять под контроль. Вы полагаете, что он нулевой пациент? Мы точно знаем, что он заразен. С чем мы имеем дело? В том-то и проблема, майор. Мы до сих пор не можем определить, что это. Я не понимаю, что происходит. Сендер. Я уже еду за тобой. Я тебя люблю. Ты случайно не заболела? Скоро. Мы закрываем больницу на карантин. В ближайшие двое суток отсюда никто не выйдет. Все так плохо? У меня здесь 14 детей. Скажите мне правду. Не езди к себе за вещами. Отправляйся сразу ко мне. Там безопасно. Предупреждаю вас, этот вирус чрезвычайно заразен. И смертельно опасен. Для всех зараженных. Теперь это дело в компетенции нацбезопасности. И в связи с этим все пункты прохода в зараженную зону будут перекрыты. Отойди! Если мы приложим все усилия, все закончится, не успев начаться. Нет, 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 Дженна! Дженна! От исполнительного продюсера Джули Плэк. Ты должна была уехать. Почему ты не уехала? Стой! Советовали избегать контактов. Обычные люди. Мы всю жизнь чего-то боимся. Я хочу, чтобы моему сыну не пришлось бояться. Мама, маска страшная. Джей. Бросают вызов. Самой судьбе. Я не могу тебя пропустить, прости. Там моя девушка. Моя тоже. Будь осторожен, Берти. Я тебя люблю. И я тебя тоже. Нам нужен представитель. Человек из народа. Отойдите назад, успокойтесь. Помогите! Мы найдем способ все остановить. Карантин.